Здравствуйте, зрители Ютуба. Хочу представить вам собственную как бы конструкцию футляра под пластиковую баклажку, бутылку полуторалитровую, которую вы можете брать с собой. Данный футляр с таким теплоизоляционным слоем. Внутри он баллоневый, баклажка с клапаном от обычных соков, таких же подходящих крышек. Ну и кучей преимуществ, о которых я расскажу в конце. А сейчас смотрим, как я это все делал. Для изготовления футляра для нашей 1,5-литровой пластиковой бутылки я нашел вот такой материал. Теплоизоляционный в старом моем рюкзаке, который мне изрядно послужил в студенческие годы и который я собирался выкинуть, но потом подумал, что здесь можно отпороть кучу всяких примочек, замочков и вообще баллоневой ткани, в задней спинке я и обнаружил вот такой материал. Его используют еще в строительстве для подстилки под ламинат, ламинатные полы. Внутренней отделкой будет у нас чехла баллони. Я вначале думал использовать вот этот потолще черный материал, но потом подумал, что такой материал мне пригодится еще в других работах. А я использую вот этот вот немножко потрепанный внутренний баллони из рюкзака. Так нам как эстетика внутри не нужна, нам главное, чтобы это было немножко как бы влага непроницаемая от испарений, от конденсата на поклажке, если она там заморожена в ледяной воде, например, в морозилке, или наоборот теплой воды в зимнее время. Сейчас нам надо отмерить радиус окружности этой бутылки, отрезать нужный необходимый кусок в аккурат. А баллоневый материал мы отмеряем немножко с припуском, для того, чтобы мы еще могли здесь сделать строчку. Ну и чтобы бутылка, что в расширенном, что в сжатом состоянии, свободно там помещалась. Приступим. Здесь делаем чуть-чуть подлиннее, потому что нам надо будет сделать еще канал для шнурка. Для этого нам придется ткань подворачивать. Теперь нам надо зафиксировать, чтобы это все не ездило. Секреты у портных такие, что чтобы они не подшивали, чтобы это все не съезжало, необходимо обязательно прикалывать это иглами или булавками. Тогда материал будет на месте и не вызовет у вас удивления, когда у вас все перекошено и почему это все съехало. Будь то пиджак шьют или что-либо еще, это надо фиксировать. Чем больше, тем лучше. Но я думаю, мне двух этих хватит. Строчки готовы, теперь у нас там внутри материал не ездит. Теперь для того, чтобы нам сшить это все воедино, нам сделать нужен канал. Пока мы его не пришили, нам надо сделать канал для шнурка, который будет затягивать наш чехол. Одна из фишек еще портных, то, что они всякие вот такие вот места, где может перекоситься или что-либо произойти, это все должно править, оно расправляется. Это все надо проглаживать, тогда будет и удобнее работать, и потом само изделие примет правильную окончательную форму. То есть и подшивать будет удобнее.
Далее, пока мы не собрали всю эту конструкцию, нам надо здесь снаружи прикрепить, пришить какие-либо крепления. Вначале я думал что-то сделать из этих ленточек, так, сяк, потом так. Но все это как бы не эстетично. Я решил сделать стропу, крепление сюда с помощью того же материала. Для этого мы его свернем в несколько раз, прогладим. Шириной я буду исходить оттуда, что мне еще надо будет вот эту петельку на всякий случай пришить. Приступаем. Сейчас мы пришиваем саму стропу к нашему чехлу. Одна из проблем домашних швейных машин, если у вас нет оверлокера, это то, что она будет рвать нитку, когда у вас толстый слой ткани, джинсы там или кордуры какой-нибудь там. Поэтому я с детства знаю это, и как бы один из выходов — это аккуратненько крутить вал и вручную прошивать, как бы, ну, такие небольшие вот расстояния, лучше вручную, чтобы это было все надежно и, как сказать, тут получается у меня чуть ли не 5 слоев, даже какой 5, больше. Ну и обязательно это все несколько раз туда-обратно надо все делать, чтобы у нас по-армейски это все было надежно. Можно зигзагом еще. Это площадь придаст нашей. Ну, так как здесь емкость 1,5 литра, мы не рюкзак шьем, не подсумок для каких-то боеприпасов и пулеметных магазинов. Я думаю, 3 стежков будет вполне достаточно. Обязательно в конце фиксируем туда-обратно. Вот. Это не даст нитке как бы распутаться. Сейчас я пришью эту петельку, сделаю еще в нескольких местах швы и как бы завершу данную стропу в конце. Когда сделаю, мы продолжим. Ну все, петельку я, стропу пришил. То есть у меня здесь посередине такая импровизированная ручка. Петелька для карабина, либо чего-либо, чтобы, может быть, ну, привязать там, опустить в родник куда-нибудь, чтобы охладилась бутылка. Ну и 2 таких стропы, типа по стандартам моли. Там, по-моему, 3,5 что ли сантиметра, или 2,8 идет ширина. Ну, я думаю, хватит для каких-либо нестандартных рюкзаков. Ну и с помощью них можно крепить к рюкзаку. Сейчас мы изнутри прошиваем полностью нашу конструкцию. Вот. Прошивать я ее буду, наверное, 3 раза, чтобы она была прочнее. Вот. А потом мы займемся донышком. Ставим шнурок, и фактически у нас готова сумка-термос. После того, как мы туда-обратно все это дело прошили, и зигзагом, и строчкой, то есть у нас шов должен быть достаточно прочный, мы это все дело подрезаем. Вот. Я проверил, баклажка сюда уже входит. Вот. Теперь займемся донышком.
Теперь нам надо прошить донышко крест-накрест, чтобы зафиксировать теплоизоляционный слой и в то же время, чтобы он не съезжал и был поплотнее. Далее нам надо аккуратненько вот это все дело прошить. Это самый сложный, наверное, здесь будет момент. Потому что обычно такие стыки то перекашиваются, то недострачиваются, то где-то что-то не подхватилось. Поэтому надо будет не спеша это все дело подшивать. Обязательно проходим два раза, ну или три, как можно, чем больше, тем лучше, чтобы поплотнее, чтобы ваша бутылка не выпала где-нибудь там. Ну и вместе шва я рекомендую несколько сделать стежков, потому что это все-таки, короче, китайцы так не шьют, вроде бы отлично. Осталось ставить сюда веревку, шнурок, сменить крышку на клапанную. Вот наша конструкция готова. Вставляем в нее пластиковую бутылку. Здесь продел шнурок, обычный узел, удавка. Ну, можно поставить какой-то как механизм, как на куртках, закрепляющий. Вставил сюда крышку с клапаном. То есть можно крышку открутить, воды набрать, попить. Либо что-то там побрызгать, либо через этот клапан воду пить. Также можно ее подвесить там где-то. Данные стропы можно закрепить ее где-то либо на вашем рюкзаке. Она чуть-чуть подпачкается, запылится, будет в цвет моего рюкзака китайского. Преимущество, ну и необходимость данного футляра для меня обосновывается тем, что баклажку можно использовать в разных других целях. В то же время ее можно просто за ненадобностью сжечь в костре, а данный футляр скрутить, положить куда-то в клапан какой-то боковой, либо в него что-то можно складывать. Внутри он баллоневый, как бы держит. Такую бутылку можно заморозить в лед, если вы идете куда-то на выходной день. Воткнуть ее сюда, она будет долго таять, прямых солнечных лучей не будет. Ну, в общем, не знаю, смотрите сами. У меня на нее ушло, если бы я не болтал, наверное, бы максимум час. Цена вот этого материала около $5 квадратный метр. Использовал я тут 25x25 сантиметров. То есть конструкция это фактически мне ничего не стоила. Она, ну, может быть, обошлась мне в центов, я не знаю, там в доллар, может быть, мне обошлась максимум, вот, со всякими этими безделушками, и с бутылкой, и с крышкой, доллар, может быть, вот. На китайских сайтах посмотрите, почем такие стоят, $25. Зачем, когда можно сделать под себя с необходимыми вам креплениями, какими-то дополнительными, может быть, карманами под какие-то вещи. Ну, в общем, не знаю, одни преимущества. Лишним она точно не будет. Ну и за что мне, то есть из-за цвета. Мне нужен пустынный цвет, поэтому я как бы решился на то, что ее делать саморучно, а не заказывать где-то. Спасибо всем, подписывайтесь на канал. Присылайте ваши пожелания о всяких полезностях, мелочевке. Я думаю, что свою экипировку вы будете делать, ну,
То есть по вашим надобностям, с вашим, по вашим конструкциям и вашим габаритам. Это намного. Если вы не умеете шить, то есть всегда есть у кого-то бабушки, мамы, тети, сестры, знакомые, друзей, там, жены друзей, которые это могут шить. Вы можете просто накроить все, все это дело, прийти и потихоньку объяснить, что, куда, как пришить и как это должно быть. Это фактически, да и шить вообще даже, это никакая не проблема, это наоборот одно как бы небольшое удовольствие. Если вы умеете джойстик держать от PlayStation там в руках, то я думаю, это не составит труда. Все сделано для людей и вообще все элементарно. Всем спасибо, жмите лайк.